Да, жесть, блин. Охренеть, куда мы упали? Блин, придется сейчас все заново подниматься. Ау, сколько их здесь много. Что, кстати, делать? Никто не знает. Спать. Аптечку надо использовать, хотя все равно здесь с первого раза убивают, так что аптечка здесь ничего нам не даст. Главное аккуратно, то их здесь просто куча и сохранения нету. Сейчас опять, наверное. Надеюсь, мы отсюда быстро сможем выбраться.
опять будет поезд пролетать. Осталось немного. Че у нас руки так горят, сколько? Блин, да сколько можно? Или повезло, замочили. Блин, у меня руки не нравятся, так горят, что просто жесть. Руки как горят, жесть. Какой баг. Спасем и сами тоже спасемся. Уже вроде бы концовка. Чужие пока что сзади. Надеюсь, за нами они-то не пошли. Иначе просто жесть будет.
конечно, откроется. А, нет. Вызвать сейчас должны будем шлюз, по-моему. А, нет, мы сами сейчас на нем будем. Отлично. Где-то здесь что-то сделать. Чужие нас не убьют. Thank you.
Верлен, я иду к вам на мостик. Идем, идем. Ух, опять же далеко же идти, ё-моё. Хрена себе. И дверь еще, блин, не открывается-то. Так, надеюсь, никого уже не будет. Нам этот медотсек уже нахрен не нужен. Просто сматываемся уже, куда нам сказали. Так, положить. Нету места для скафандра. Здесь тоже. Ладно. Здесь, скорее всего, воздуха нет, так что будем в нем. Охренеть, ну прошли всю игру, жесть, какая же интересная все-таки игра была. С чужими мы вроде бы всеми уже расправились, и с тем последним тоже. И в конце было понятно, что нас вроде бы нашли и спасли. Отлично, это хорошая новость. Ну что ж, всем удачи. На этом мы закончили прохождение этой игры. До скорой встречи. Пока-пока.